базе «Стріла-10», система ПВО. Зараз вона знаходиться на бойовому чергуванні. Тут заряджено 4 ракети. Призначені для враження повітряних цілей на висоті до 3,5 кілометрів, відстані до 5 кілометрів. Оператор виявляє ціль за допомогою оптичних приладів. І ми на стрілі 10 там стояли на Херсоні, возле Давидова Брода, блін. А там була жесть. Ну, щоб ти розумів, розчетне время тобі, щоб засечь цель, захватити, зробити пуск, десь около 7-8 секунд. От это ти бачиш самоліт. От ти стоїш на бойовій, дежуриш. Раз, тут оповещение, типа, что самолеты. Су-35, все, сделали захват, делаем пуск. Ракета идет за самолетом, видно, как она за ним идет. Мы уже такие, сейчас. Потом такая ракета, шух, короче, эта система отвела ее. Ну, она так за ним шла, потом чук, вверх пошла. И он разворачивается вот так на нас. Чтобы вы понимали, если ну, кто-то в мотолыге сидел в этой стреле 10, как там тяжело залезать туда, ну там такие штунельчики, она маленькая вся. Я короче, как это правильно для камеры сказать, эвакуировался с нее, наверное, не знаю, секунды за две, наверное. Радянська ПВО. Хотіли залізти внутрі, щоб показати вам, що там знаходиться, які там кнопки, це все, що там є. Але дійшли до того висновку, що я туди поміщаюсь, а от я з камерою не поміщаюсь. Все ж таки ми спробували сюди залізти і справді, ну, нікуди подіть камеру. От ти смотриш візір там, ти бачиш кольцо перекрестя візір. Смотри, висит. Так, ну... А открытый там? Бачу люки открытые. А, вот видишь? Да, и бачу кольцо перекрестия. Это проблема этой стрелы. Открытые люки, ебать, нихуя не видно визир. Ну, не можешь прицелиться, надо люки закрывать. И вот это ты тут сидишь, вот этой хуйней управляешь. Влево-вправо, кукуху крутишь. Угу. Это чебурашка называется, пульт управления. Ты когда нажимаешь вот тут вот эта кнопочка, кнопка... Борт. Нажимаешь кнопку борт, чик, тебя там загорается по пульту. О, ты выбираешь, какая ракета у тебя сейчас стоит. Да, 4, да, 4 тумблера. 4 ракеты. Нажимаешь борт, ну, и она, какая-то ракета начинает запускаться. Запускается, раскручивается головка самонаведения. Пару секунд надо, она раскручивается, и все, ты уже готов. Этой чебурахой крутишь, захватываешь цель. Тут кнопка слежения, пуск. А, еще вот этот флажок тангента. Ну, ее надо постоянно держать. Если ты ее бросишь, то пусковая не будет двигаться. Ты ее зажал и шу-шу, лево-право. Угу. Вылезти с ней кукушкой. Окремо справа. Оп. Ух. Оператор находит цель оптичными приладами. Получается, в такую погоду стрела не такая. Орков пугати. Екіпаж цієї машини знайшли на полі цей череп і завжди його зараз возять з собою для того, щоб пугати орків. Це був віл, який тягнув гарбу, на якій були впали кацапська. Ну і хлопці його списом просто проштрикнули. Тим самим зекономили ПК, використали холодну зброю, віл пішов на харчування, був приготований. Добрый с него шашлык, бо він ще був молодий. Самоліти, коли проходять, вони, виходить, по дугі від нас проходили, а вертольоти піднімались іменно в лоб. І там дуже страшно. Я К-50, його навіть в бінокль, коли на нього смотриш, він дуже страшний, блін. Піднімається над посадкою, чух-чух, отработало там, ну там 5 секунд, у тебе там времени жре, он піднімається, 5-10 секунд, це взагалі, наверное, це... За 10 секунд ты успеешь еще кофе покурить. И там, когда он на тебя смотрит, пуск делать очень страшно, блин. Потому что, ну, если их двое, ты делаешь пуск по одному. Если ты
не сбил, промазал, то, ну, одного если сбил, то второй тебя, конечно. Поэтому мы старались, когда они там отрабатывают, ну, уже там выследили их, там они отрабатывают, когда уже на развороте, ну, там разворачивается и уходит. Було здійснено запуск двох ракет, і це змусило супротивника відмовитись від виконання свого бойового завдання, не здійснив ураження наших позицій. Це також можна вважати ефективне використання цього зенітно-ракетного комплексу.